Доброго времени суток! Сейчас я вам покажу, как восстановить советскую педаль для велосипеда. Первым делом для восстановления педали надо сделать вот здесь вот пыльник. Пыльник советский я не помню, скорее всего пластмассовый был, у меня его нету. Я вот из такого газового шланга вырезал пыльник, он не нарезал, нагрел электрод и внутреннюю часть я развальцевал. Дальше пойдет у нас подшипник. Второй частью я сюда надел пластиковый шланг, так как у педали она будет у нас сам подшипник больше, чем вот эта часть резьбовая. Она будет у нас вот так вот сейчас в данный момент крутиться. Объясняю, почему больше, потому что гайка шла в советское время, она шла на конус. И конус гайки, вот эта часть, прижимал часть подшипник, конус гайки. Сейчас у нас такой гайки нету, гайка износилась, гайка будет обычная. Будет вот таким вот образом все собрано. Так, приступаем к сборке. Вот наша педаль. Вот эта резьбовая часть, это наружная часть. Вот это внутренняя часть, которая находится у звездочки. У меня принцип работы «я не я, если не сделаю на века». И для любых дел я использую шрусовую смазку. Она будет более надежная и получше, чем обыкновенный литол. Так, сейчас. Набиваем вот сюда. Излишки выйдут. Так. Откладываем педальку в сторону. И теперь намазываем еще подшипник вокруг везде. Пыльник. Лишнее мы потом вытерем. Так, вот эту часть намазал. Подшипник. И теперь уже вставляем в педаль. Так, вставили, прижали. Давайте я сразу вытру лишнее, чтобы штаны не пачкать. А, уже испачкал. Так, вытер, зафиксировал в тисках. Теперь тут же с этой стороны смазываю. Сразу вот так вот обойму подшипника тоже смазываю. Плоской частью наружу вставляю. Так, следующий у нас пойдет маленькая, нет, побольше шайба. Шайба она прижимная будет, она прижмет гайку. Теперь то же самое, резинка как пыльник сюда вставляется, чтобы не летела грязь. И шайба, и теперь сама гайка. Так, вот у меня новая гаечка М8. Накрутили. Теперь нам нужен ключ на 13, если я не ошибаюсь. 13. Проверим, ошибся я или нет. Нет, не ошибся. Еще на 13 подтягиваем. Оп. Носки не закреплены. Так, ну в принципе достаточно. Она хорошо ходит, крутится. Этого пока достаточно. Так, ну вот мы видим, что на этой педали не хватает резиновой части, которая не дает ноге соскользнуть. Делаем следующее. Берем металлическую пластинку, вырезаем, размечаем два отверстия, сверлим. Резьба пятерка, сверлим шестеркой. Вырезаем тот же самый газовый шланг. Делаем два отверстия. И сейчас наша следующая будет процедура. Мы возьмем все вот так вот в тиски, зажмем и сдавим.
И после этого закрутим вот эти два болта. Ну вот, посмотрите, педаль, советская педаль от советского велосипеда у нас восстановлена. Что мы имеем? С этой стороны пыльник самодельный из газового шланга, и с этой стороны пыльник самодельный. Помните, я вставлял туда пластиковую трубочку? Если у вас есть латунная или медная трубка диаметром внутренним 8 мм, наружным она будет практически 10, то лучше, конечно, ее вставить. На нее подшипник сядет удачно. Вот так вот у нас получилось. Мы зажали длинными болтами, они как раз затянулись. Вот так вот у нас получился шланг. Здесь пластинка у меня вырезана. Все, педалька готова.